К новостям культуры. Сегодня в Чебоксарах состоялось выступление театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Театр известен во всем мире своими особенными музыкальными постановками. Первыми зрителями спектакля стали участники детского сводного хора России. Китайский музыкальный театр объединяет в себе элементы музыки, пения, танца, акробатики и восточного военного искусства. Для него характерно обращение к народной тематике. Так, танец Хуагуден в исполнении коллектива с барабанами и фонарями включен в список нематериальных культурных ценностей. Он является наиболее выдающимся народным танцем китайской нации и называется «Восточный балет». Мы приехали в Россию из провинции Аньхой, чтобы принять участие в праздновании Дня Республики в Чувашии. Мы здесь представляем народные песни, танцы, которые очень ценятся у нас на родине. Эта опера никого не оставит равнодушным. В составе театра 27 актеров. Участники оперы успели побывать в Америке, Таиланде, Венгрии, Сербии и в ряде других стран. Зрелость и совершенство уникального сценического действия вырабатывались годами и оттачивались поколениями знаменитых актеров. Сычжоуская опера – одна из разновидностей китайской оперы, которая характеризуется именно провинцией Аньхой, то есть городом, где она зародилась. Сегодняшнее наше выступление представляет собой множество традиционных песен и танцев. Народный коллектив обязательно выступит на Дне Республики. Планируется его участие и на других праздничных площадках. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.